Сберечь и сохранить ценные ресурсы. Руководство Минприроды поделилось планами на ближайшие годы. Реки, которые питают земли Ульяновской области, нуждаются в заботе. Живописный Юрманский залив Волги будут расчищать уже в этом году. Разработка проектно-сметной документации апрель-август 2021 года составит более 5 миллионов рублей. Работы по расчистке Юрманского залива составят около 67 миллионов рублей. О чистоте и красоте Свияги также не забыли. На участках возле университетской набережной, ТЭЦ-1, поселков Сельц, Мостовая, Вырыпаевка и Дачный будут проводиться восстановительные работы. В программу экологической реабилитации войдут углубление дна, удаление камыша и очищение водной глади от тины и ряски. Реку планируют сделать не только чистой, но и брендовой. «Семь жемчужин Свияги» – это долгоиграющий проект, у которого нет сроков завершения. Суть его заключается в организации тематических парков на реке. Парк науки возведут возле Ульяновского госуниверситета, а духовный – рядом со Спасо-Вознесенским собором. Мы понимаем, что расчистка Свияги – это один из этапов по развитию всей территории, по которой протекает река. Социальный эффект данного мероприятия затронет более 500 тысяч человек. Климатическую обстановку в Ульяновской области решено изучать сообща. Лучшие научные умы скоро приступят к работе. Правительство Ульяновской области, Государственный университет и Институт глобального климата и экологии имени Израиля заключили соглашение о сотрудничестве. В какой-то степени, назовем так, уникальный для нашей страны. О совместном проведении научных исследований глобальных и региональных изменений климата и совместное проведение мероприятий по адаптации к изменению климата. На совещании были не только официальные доклады, но и трогательные моменты. Лучших работников отрасли глава региона наградил знаками почета. Хранители сосновых боров и дубрав также присутствовали на церемонии. Участковый лесничий Нурислам Валиулов пришел вместе с дочкой Аделиной. Так получилось, что девочку было не с кем оставить. Малышка не растерялась и пообщалась с нашей съемочной группой. Ты гордишься папой? Да. Ты любишь лес? Да. А кто в лесу живет? Какие у тебя любимые зверушки из наших лесов? Зайчик. Губернатор обрадовался маленькой гости и подарил девочке ценную и интересную книгу. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.